прежде всего обращайте внимание на внешность, ибо по ней определяется характер особ. На цвет волос и глаз, на походку и особые приметы. Женщины по цвету волос делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и так далее. Итак, блондинки! Блондинки несомненно благонравны, скромны, сентиментальны и беспечны. Папашу очень любят и мамашу, и плачут над романами сердечно. Животных и родителей жалеют, а выйдя замуж быстро растолстеют. Характером они прямолинейны, красивы, плодовиты и елейны. Мужьям они неверность не прощают. А сами же охота, и часто извиняют. Брюнетки. Брюнетки — это не блондинки. Они подвижны, вспыльчивы, капризны, непостоянны, пылки и азартны. Любовный жар приемлют, задыхаясь, вещат истошно страсти предаваясь. Учатся плохо и делают все кое-как, часто бронятся с мамашей и за пустякам. Мирится быстро с изменою мужа она, той же монетой отплатит супруге сполна. И если не утухнет, то горничный бьет по щекам или за хвост и таскает поднявшим игам. На сковородке оставит совсем без костей, жарят брюнетки на ужин несчастных сердей. Блондинок ушли, но к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между первыми и вторыми. Считают себя брюнетками. Брюнетки — это не блондинки. Рыжие. Лукавы, злые, коварны, рыжие, лживы, необузданы и мистичны, ласковой любви не понимают, а желают как-то необычно. Рыжие, лукавы, злы, коварны, лживы, необузданы, мистичны. Рыжие слажены, как правило, чудесно, и сияют глазками рыжие отменно, щеголяют розовой кожей, на мужчин воздействуют мгновенно, говорят, что лешие и черти непременно женятся на рыжих. Хе-хе-хе.